В Ульяновске продолжается строительство левобережной развязки. Четырехполосная дорога протяженностью в 3 километра должна существенно снизить трафик на Димитровградском шоссе и сократить время поездки с верхней террасы до северной части областной столицы. В настоящее время идут все необходимые подготовительные работы. Вырубка зеленых насаждений, обустройство строительных площадок и создание временных подъездных путей. Параллельно рабочие уже приступили к снятию растительного грунта. Ежедневно на участке выходит более 20 единиц. Специализированной техники. Она задействована и на верхней террасе, на кольцевой развязке. Вырубка леса там сейчас ведется. И на монтаже ливневой канализации. На сегодняшний день смонтировано более 780 метров. Также рабочим предстоит переустроить коммуникации, которые попадают в зону строительства. Для жителей это пройдет практически незаметно. Часть из них будет перенесена за пределы автомобильной дороги, другие спрячут в защитные футляры для постоянного доступа специалистов. Работа подготовительная сейчас за апрель планируется, подрядчик планирует закончить. И в дальнейшем начнутся работы по строительству путепроводов. Ну, при пересечении автодороги Ульяновск, Димитровград-Самара, ну, как его называют, Димитровградское шоссе. И потом уже начнутся работы по устройству насыпи. Земляное полотно дороги проложат уже в этом году, а вот реальный облик магистраль начнет приобретать в 2021 году, когда приступят к прокладке асфальтобетона на путепроводах, автомобильной дороге, кольцевой развязке и велосипедной дорожке. После чего предстоит завершающий этап – обустройство дороги и установка светодиодного освещения. Сдать объект в эксплуатацию намерены в декабре следующего года.